Доброго времени суток! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всех благ. Раз уж канал посвящен в большей степени мобильной связи, то можно было бы сказать что-нибудь позитивное про нее в 2019 году. Но предпосылки пока что печальные. Но отчаиваться не будем. Посмотрим же на победителей розыгрыша призов, посвященного миллиону просмотров на канале. Первый победитель – Дмитрий Петров. Второй победитель, определенный при помощи Лиза On Air, Владимир Цветков. Укажите по данным видео номер телефона, на который отправить ваш выигрыш, или адрес страницы в социальной сети ВКонтакте, если не хотите публиковать в комментариях свой номер. Еще раз, с наступающим Новым годом!